видел и знамя на хуторе, и стены все в победных надписях. День Победы тоже в Берлине встретили. Радости было, что все наконец-то закончилось. Но все понимали, впереди еще много трудов. Через всю войну прошли, все выдержали. Сейчас даже и не верится, что человек такое может вынести. Внуку вот когда рассказываю, а он мне все: «Дед, ну как же ты через все это